Всем еще раз доброе утро. Если вы видите меня на своих телеэкранах, то значит сейчас будет рубрика для мамочек. Ну и не только для мамочек, а для тех, кто в общем хочет узнать о материнстве и о бизнесе. У нас в эфире Мэрим Табалдиева, мать троих детей и предпринимательница. Спасибо большое, что пришли к нам в эфир, за то, что уделили вашем занятом графике, думаю, нам время. Потому что спасибо. Мать троих детей, думаю, это не так легко вести бизнес и совмещать материнство. Можно начать с того, как вам удается уделить время детям и уделить время бизнесу. Ну, это правильное распределение времени, в первую очередь. Спасибо большое, что пригласили. Я думаю, что это всегда вопрос выбора. Это неверная постановка, когда спрашивают, как вы все успеваете. Потому что успевать все не получается ни в коем случае. Это невозможно практически. Каждый день, каждый раз приходится просто выбирать. Даже приходя сегодня сюда, утром я понимала, что утром, допустим, я с детьми не смогу позавтракать. И это постоянный выбор. Когда-то приходится выбирать и нужно выбирать работу, когда-то получается выбирать семью детей. Это просто постоянный тайм-менеджмент, постоянный менеджмент рисками, менеджмент всего. То есть бывает, что в той или иной ситуации страдает та или иная сфера? К сожалению, да. Ну, потому что жонглировать постоянно всем так, чтобы все всегда было на нужном уровне, и ровно столько-то времени выделять детям, столько-то семье, ну, имеется в виду родителей, там, и работе, и друзьям, и еще каким-то отраслям жизни, ну, так не получается. Всегда где-то должно что-то уступать. Ну, да, с этим я согласна. Но, знаете, я часто задаю нашим гостям, испытываете вы чувство вины? Я думаю, это просто каждая мать испытывает всегда. К сожалению, это неотъемлемая часть материнства. Я думаю, что даже если бы я сидела дома с детьми, всегда что-то заставляло бы меня как маму испытывать, что я там недостаточно хорошо что-то делаю, недостаточно вкусно готовлю, недостаточно много времени занимаюсь с детьми конкретно какими-то там занятиями. Это постоянное чувство, это то, что, к чему мы должны быть готовы с первых дней материнства и на всю жизнь, наверное. То есть, как вы думаете, это вообще нормально или нет? Да. Потому что, знаете, у меня недавно тут был психолог, и он мне так сказал, это ненормально, с этим нужно бороться, это какие-то предвестники прошлого. Нет, я думаю, что это нормально, но бороться с этим нужно. Понимать, что нет повода испытывать вину. Даже в тот день, когда я могу выбрать что-то другое, нежели там что-то очень важное у детей, такое тоже бывает. Я испытываю вот рефлекторно, да, чувство вины, но это не означает, что это правильно, это не означает, что это обосновано. Это жизнь, и я считаю, что самое главное — это объяснять детям и находить с детьми общий язык и как-то вот просто быть с ними в таких отношениях, где они будут понимать вас, а вы их. И тогда как раз-таки получаются здоровые отношения между родителями и детьми. Это понимание происходит через общение откровенное? Да. То есть вы объясняете детям, что маме нужно работать, да? Конечно. Ну, это вот как у вас происходит? Вы садитесь с ребенком или просто в какой-то... Вы занимаетесь какими-то делами, и вы объясняете детям? Когда как. Самое главное — не заставлять детей чувствовать вину, не взваливать на них, что вот вы мне мешаете. Я знаю, что есть такие тоже случаи, когда вот я должна работать, кто вас будет кормить, да, такие вот какие-то высказывания. Да, да, да. А ни в коем случае, больше просто диалог. Диалог как с обычными людьми. Люди, которые тоже такие же, как и вы, и я, достойны объяснения, достойны разговора, чтобы их выслушали, чтобы им объяснили. Так я стараюсь устраивать. Ну, вот у вас две разные сферы деятельности. То есть вы занимаетесь обувью, правильно, и у вас кофейня. Как вообще вам пришло в голову такая идея открыть две разные сферы? Ну, все происходило постепенно. Обувь я бы запускала почти 5 лет назад. Это просто то, что я люблю делать. Я люблю не то, что делать, я очень люблю женскую обувь. И когда эта мысль пришла в голову, что, возможно, можно было бы самой заниматься этим, казалось чем-то таким несбыточным и очень сложным. Это не просто, но это возможно, как и все, в принципе. Я стала изучать эту тему, и оказалось, что все можно выстроить. И, в принципе, в течение полугода я уже была готова запустить первую линию. То есть вы обуви. Говорите, что вам было чем-то невозможным это казалось, но вы все-таки это сделали. Да. А как это получилось? То есть вы победили свой страх или только потому что... победили свой страх. Да, был страх. Особенно учитывая, что бренд обуви несет мое собственное имя, это еще больше ответственности.
поэтому был определенный страх, конечно. Я когда ждала первую партию, я думала, зачем я это сделала. Приедет, я ее запрячу куда-нибудь, никому не покажу. Но то ощущение самореализованности, что ли, хотя, конечно, это только было начало, но на тот момент я испытывала такое достаточно большое чувство гордости. Мне было очень приятно увидеть реакцию женщин, что им тоже нравится. Вот. Это было вот почти 5 лет назад. А с кофейней получилось достаточно неожиданно. Я не планировала, никогда не интересовалась этой сферой деятельности. Но мне предложили в партнерстве попробовать. И я раздумывала, я не знала, потому что я понимаю, что это совершенно незнакомая для меня сфера. Но интересно, всегда что-то новое интересно. Я стараюсь, и мне кажется, это здорово, когда можно познавать какие-то новые вещи для себя, открывать новые возможности, и я просто попробовала. И мне очень понравилось. Спокойно об этом говорить. Как будто бы вам на самом деле было легко, но я понимаю, что был пройден. Нет, это было нелегко, потому что вы приходите в сферу, в которой вы вообще никогда не интересовались. Я была по ту сторону всегда. То есть я была гостем, капризным гостем. А тут я стала изучать это все с другой стороны, понимать, как сложно, оказывается, как сложно вести какие-то учеты, калькуляции, как сложно работать с клиентами, со сложными клиентами, с гостями, как сложно находить персонал, как сложно выстраивать с ними отношения. И очень-очень много подробностей именно в сфере хорика, да, в сфере общепита, где нужно каждый день учитывать любые возможные детали, которые могут повлиять на качество работы. То есть это и человеческий фактор, это и отслеживание качества продукта. То есть много-много там подробностей, моментов. Но это интересно, это очень интересно, когда вы что-то новое для себя открываете, у вас новые какие-то познания, новые навыки. Это же тоже развитие какое-то. Конечно, конечно. Но я думаю, что и дети, смотря на такую маму, они знают, что нужно двигаться и никогда не останавливаться. Это огромный пример для ребенка. Я надеюсь. У меня старшему вот в четверг будет 16 лет, и он мне часто, не часто, но несколько раз уже озвучивал, что это здорово, что он в какой-то мере, наверное, гордится. Конечно. Это очень приятно, конечно. Маленькие еще, 10 лет и почти 7, они еще, наверное, не совсем понимают. Но я думаю, что да, это отличный пример. В любом случае, воспитание – это в первую очередь пример, нежели слова, которые мы им говорим. Вы очень мудро говорите, хочу немного отойти от темы и сказать, что вы прекрасно выглядите после 3 детей, большое. Учитывая, что вашему старшему ребенку 16 лет, это да, замечательно. Будет. Спасибо большое. Дай Бог спасибо. Всем так выглядеть. Спасибо. А вот мы говорим о бизнесе, и хотелось бы спросить, согласны ли вы с тем мнением, что самое сложное – это начать, а вот дальше уже намного легче? Или всегда случаются какие-то трудности, которые нужно постоянно решать? Первый рывок, он, конечно, сложный, да. Сложно психологически запустить что-то, сложно правильно выстроить в самом начале что-то, в любой сфере, я думаю. Но и удерживать это тоже работа, держать на правильном уровне, развиваться, не оставаться там же, где вы начали. Всегда стараться найти какие-то правильные и нужные направления в развитии. Помимо просто поддерживания качества, да, и поддерживания просто уровня работы, что тоже большая-большая работа, и много там тоже бывает сложностей, хочется же еще и развиваться. Поэтому это постоянная работа. Просто разный вид усилий, да, первые и последовательные. А есть какие-то сложности именно касаемо женской аудитории в плане того, что мужчинам есть такой стереотип, что намного легче, правильно, в бизнесе, а женщинам сложнее, то есть воспринимают по-другому или как-то не относятся должным образом? Я думаю, что да, есть, конечно, разница, но, к счастью, я редко сталкивалась с этим, но я думаю, это еще и зависит от человека самого, умение быть или производить впечатление уверенности в себе, что вы достаточно уверены в том, что вы говорите, что вы, в принципе, мы же всегда людей воспринимаем, да, даже по языку тела, как человек себя ведет, какие слова он говорит. И если правильно установить вот эти вот первые какие-то рамки и показать, что да, я в принципе из себя что-то представляю, думаю, что там будет легче. Если мяться и как-то быть неуверенной, что, к сожалению, тоже часто бывает, соответственно, и сторона вторая будет также и воспринимать, и независимо от пола. Я вообще не люблю делить на женский, мужской. Я считаю, что, в принципе, со сложностями сталкиваются все.
И решать их тоже может любой, и женщина, и мужчина. Но бывает иногда, что хочется просто поплакать, потому что, ну, как бы вы говорите, не любите делить, но все-таки нам, женщинам, свойственно правильно выражать свои эмоции. Бывает такое, что вот в бизнесе что-то не так, там с детьми хочется просто пореветь. Бывает обидно где-то какие-то моменты. Я думаю, что мужчинам тоже бывает обидно. К сожалению, общество просто на них тоже наложило какие-то такие стереотипы, что мужчина не должен плакать, показывать слабость. Я думаю, что тяжело бывает всем. А женщинам, естественно, опять-таки по навязанным, наверное, стереотипам, возможно, на каком-то гормональном уровне. Да, мы эмоционально более, мы более эмоциональны, но и нам проще проявлять эти эмоции. Да, и от этого мы, проще. И поэтому мы их и проявляем. Но, не знаю, я не могу сказать, что я там где-то села и ревела. Бывали, конечно, моменты. Но это не так часто, к счастью, происходит. Мне кажется, вы тогда сильно, если вы не сели, не ревели. Ну, бывали моменты, я не буду врать, бывали, конечно, но, к счастью, это не так часто происходит. Ну и потом всегда в голове, а что это решит, лучше надо думать. Бывает, конечно, хочется сесть так, отстраниться от проблем, завтра об этом подумаю, но, тем не менее, легче просто взяться за эту проблему. А есть у вас какой-то семейный день, когда вы оставляете все дела и просто проводите время? Воскресенье, обязательно. Воскресенье – это семейный день. Вы даже отключаете телефон или нет? Я его не отключаю, но я никогда, я всегда говорю, извините, воскресенье – это день с детьми. Ну, знаете, и хотелось бы задать последний вопрос. А могли бы вы посоветовать что-нибудь женщинам, которые с детьми на руках пытаются, ну, поставить себя в бизнесе и сказать, что они что-то могут? Есть какие-то советы для начала, которые вы можете дать? Ну, наверное, в первую очередь уметь побороть страх, но и прислушиваться к своей интуиции. Если это какая-то новая сфера, куда женщина вступает, желательно ее изучить, потому что мало просто, да, вот смелости и там, умения рисковать, как я сказала ранее. Но еще ей нужно понимать, стоят ли эти риски того, просчитывать правильные риски и не бояться, потому что вы не уверены в себе. Если есть страхи, то они должны быть фактами, да, какими-то такими осязаемыми, какие-то цифры, какие-то статистические данные. Но не потому, что вы женщина, и вы боитесь, и вы не уверены в том, что у вас, как у женщины, это может не получиться. Есть другие факторы, которые могут оказаться влияющими на успех, но не то, что женщина, и не то, что у нее ребенок на руках. Ну, спасибо большое. Думаю, возможно, невозможно, а вы точно кому-то дали надежду из женщин. Спасибо большое за то, что пришли, уделили время и внимание. Спасибо вам большое. Спасибо. А я хочу сказать, что в эфире у нас была Мэрим Табалдиева, мама троих детей, предприниматель. Так что, мамочки, у вас всегда есть возможность, и никогда не смотрите на то, что вы женщины. Вы можете все.